Уважаемые выпускники, я поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаем здоровья, благополучия, в добрый путь, дорогие выпускники. Декан факультета транспортных систем Леонид Савиных поздравил бывших студентов, теперь уже дипломированных специалистов, с получением высшего образования. В честь праздника прошел концерт. Студенты разных факультетов подарили выпускникам свои выступления. Обладательница красного диплома Ирина Каретник со студенческого времени вспоминает поселение в общежитии. Нестандартные способы оставили неизгладимое впечатление. Нас там обливали всем, чем попало. Когда мы туда только заехали, мы первый курс, мы ничего не знали, чего там, как это будет. Нас вывели в коридор, наставили всяких кроватей, всяких там скотчем перемотали их, всякие проходы. В общем, трудно было, но весело, интересно. Пришли все в муке, в разбитых яйцах. В общем, было весело. Поверить в то, что нелегкие годы учебы закончены, Вячеслав Новиков не может до сих пор. В руках синий диплом, а за плечами 5 лет активной и веселой жизни. Наконец-то эти 5 лет, которые давались непосильным трудом, закончены. То есть и это радость, это очень неописуемое чувство. Весь процесс обучения, то есть у меня он прошел довольно-таки весело, ввиду того, что я являлся активистом, как бы я не обращал внимания особо на время, у меня пролетало все очень быстро, то есть я не обращал внимания на то, как проходит учебный год. Всего в этом году дипломы получили более 200 ребят. 14 из них закончили университет с отличием. Лилия Тельняк, Никита Мухин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».